предыдущей битве победил Эндермен. Сегодня 5 на честь Фредди против Майнкрафта. Я совсем не понимаю, зачем в тебе так много пикселей? Ты не справляешься совсем, уходишь с списка победителей. Видимо, ты близишься к финалу неизбежно. Уходи отсюда, Майн, FNAF теперь всем интересно. Скот идею воплотил, из части в часть нас добавлял. А ночь на всех давно забил и Майкрософту все продал. Не ради денег он такое сделал. Ой, да ладно заливать. В этом батле вновь возьмем победу, нам уже не привыкать. 4 части полноценных, плюс заполнений вышло несколько. Тебя выгнали давно со сцены, тебе, увы, не место. Ты был, признался наконец, что не дождаться людям 2.0. Майнкрафт сегодня проиграет, за FNAF отдай ты голос свой. Ты голос на кого поднял? На повелителя всех игр. 4 части ты тупо вонял. Но величия никто не видел. Хватит твоих глупых морд, скримеров и прочего. Готовься к унижению. Для всех ты умер, это точно. Миллиарды людей на планете до сих пор меня обожают. Даже маленькие дети. То, что ты проиграешь, уже знают. Я феномен интернета, плюс захватчик всех людских сознаний. С выходом Майнкрафт 2.0 я популярней только я стану. Я ночью слышал голоса, они меня к себе позвали. И так спокойно, не спеша, что ты дерьмище мне сказали. Хватит ерепениться, Фредди, новых частей не будет. Скот давно уж понял, что вас стыдно показывать людям. Ребят, вы что? Это же я самый лучший. Кто выиграл? Решать тебе.